вами Люба, и ребята, наконец началось наше новое событие «Рога и Гало». Кстати, этот котик, если честно, мне кого-то напоминает, будто я его раньше где-то видела. Что ж, ну и как всегда, врезаемся три раза для начала. Так, что ж... Так, отлично, мы появились, и как всегда, однотипное небо. Если честно, я устала от голубых карт, могли бы сделать что-нибудь даже пооригинальнее. Ну, очки это у нас вот такие разноцветные сердечки. Так, врезались первый раз. Отлично. А, кстати, ну и бессмертие, но немножко похоже, как в предыдущем событии, тоже молния. С дизайном они чуть-чуть поменяли всего лишь. Так, снова врезаемся второй раз. Отлично. Так, стоп, ребят, подождите. Это получается, мы уже выиграем с вами второй скин, а первый у меня есть, реально. 12 500, говорят, набрать. Я, если честно... Не поняла. Ну, походу, этот код реально мне был знаком. Что ж, давайте набираем 12 500. Поехали! We'll be right back.
нашего Демиана. Ну, давайте врежемся. Так. Почему я не могу быть хорошим? Ну, вероятно, потому что он демон. Так, ребята, посмотрите, вот скин нашего Демиана. И теперь переключаемся на Анжелу. Она знает, что она, вероятно, должна встречаться с другим ангелом, но она не может устоять перед чарами дьявола. И теперь прочитаем про Демиана. В природе Демиана делает плохие вещи, но он хочет... но он хочет, что он мог быть хорошим для Анжелы. Ребята, понимаете, кажется, любовная парочка. Что ж, сейчас мы с вами убиваем 275 змей, чтобы получить вот такого змея рогатого с нимбом. И, вероятно, собака — это наш босс, ребята. Я не понимаю, почему они именно так сделали. Ну что ж, всё-таки поехали!
так, к сожалению, одна часть видео не записалась, но все равно мы выиграли нашего Серафина. В качестве аспекта порядка Сераф отвергает хаотические идеи, как ангел, встречающийся с дьяволом. Ну что ж, ребята, вот такой крутой перевод у нас. А вы пишите в комментарии, у кого еще есть скины из этого события, а у кого нет еще. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!